сочинение по картине «Зеленый шум» Аркадия Рылова. Аркадий Александрович Рылов является одним из выдающихся русских художников. Он родился в 1870 году, а его детство прошло на севере России, в городе Вятке. Взросление среди природы оставило свой след на творчестве автора. Стоит отметить, что художника с юного возраста восхищала гармония природы. В 1904 году, когда мастерство автора достигло своей зрелости, Рылов написал одну из своих лучших картин «Зеленый шум». Данная картина создавалась на протяжении 2 лет. За основу брались наблюдения автора и большое количество этюдов, которые были сделаны в Вятке и Санкт-Петербурге. Картина «Зеленый шум» написана в жанре пейзаж и является одной из самых известных работ автора. Картина привлекает к себе внимание прежде всего своей палитрой красок. Сочетание свежих и ярких красок не может оставить зрителя равнодушным. Смотря на эту картину, можно с уверенностью сказать, что автор долго работал над мотивом и передачей ощущений от широкого простора реки и шума стройных берез. Рылов отмечал, что идея картины пришла ему, когда он жил летом в своем родном городе. Долгие наблюдения за переменами природы заставляли автора успокоиться и забыть о различных житейских переживаниях. На картине изображены березы и река. Казалось бы, все просто, но на самом деле в этом и есть движение мысли и переменчивость жизни. Автор старался передать этот всепоглощающий зеленый шум природы. Зрители обычно любят ту или иную картину за создание особого впечатления и последующего настроения. Картину «Зеленый шум» оценили не только любители пейзажей, ей восхищаются многие зрители с совершенно различными вкусами. Многие отмечают, что невозможно просто так оторваться от созерцания картины, она завораживает своей самобытностью. Автору удалось передать первозданную красоту природы, проработав каждую деталь на холсте. Изменчивость и подвижность природы заставляют зрителей внимательно рассматривать эту картину. Стоит только восхищаться правдоподобностью изображенных солнечных лучей, листвы, волн и облаков на небе. В картине совершенно нет статичности, только ощущение постоянного движения. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. А если вы поделитесь этим видео с друзьями и расскажете им о канале, то вы сильно поможете в развитии канала. И на канале будет выходить еще больше полезных видео.